Всем привет! Я посылочку получила, и Оля здесь, мы сейчас вместе будем ее открывать. Вот она, Оля. Всем привет! Посылка из Иваново, и там есть вкусняшки. Мы сейчас с Олей будем все открывать, смотреть и делиться. И вас соблазнять. Да. Вот такую посылочку, коробищу, нам таксист ее занес. Но она правда тяжелая, неудобная. Мешки все-таки удобнее тащить. Давайте распакуем. Сразу вытащили. Прямо на самом верху вот такое покрывало лежало. Это я для Оли заказала. Ну, то есть оно поменьше, чем у меня. И Оля сказала, мне именно маленькое надо. Ну, вот, значит, маленькое, да, на кресло. Оля, разверни его, пожалуйста. Такие пакетики. Ну-ка, сейчас посмотрим, какое. Ну, для кресла да, нормально? Для кресла нормально. Угу. Ну вот, значит, на крак он будет так спускаться. Ну вот, все. Значит, это да, твое. Вот такое. Прямо вот многие хотели такие покрывала, но они быстро заканчиваются. Ну, вот тут цвет приятный, да? Спокойный. Да. Под любой интерьер подойдет. Все, сворачиваем. Смотрите, сколько всего. И еще мне положили в подарок упаковку масок. Спасибо вам огромное. Это я получила посылку от Отель Декор из Иваново. Вот такие два халатика. Оль, ты примеришь? Один я для Оли заказала в подарок, а один себе. Вот, голубенький будет прям классный. Примеришь, посмотрим? Сейчас, все. Ну, иди. Постельный комплект. Ну, смотрите, тоже бежево-коричнево-белый для моей спаленки. Классный. Вот такой, как книжка. Так. А это наволочки, две маленькие, две большие, бежевые. Сейчас все разверну, 50 на 70 и 70 на 70. А это простыня на резинке. То есть я почему вот именно в таком цвете заказала? Потому что, смотрите, можно простыню вот такую, а пододеяльничек вот такой, чтобы комбинировать можно было. Вот такой целью. Так, сейчас Олю посмотрим. Вот это такой же 56 и Оля 52 заказала я. А это чехлы на стулья. Вот этих мне сказали, что нет, а потом они, видимо, появились, и они мне их положили. Представляете, я уже... Мне сказали, что их нет, поэтому я заказала эти. А по факту получилось и те, и другие есть. Ну, теперь у меня чехлов. Все для моей кухонки. Сейчас все привяжу, все покажу. А это покрывало на мою кроватку. Вот так оно будет выглядеть. Так. И она. Оля, классно. И размерчик твой, да? Да. Ну, видишь, как хорошо. Хорошо. Отлично. Носи на здоровье. Спасибо. А это, девчонки, подушки. Сейчас раскрою. Посмотрите, они как их упаковали вакуумом. Просто плоские подушечки. Сейчас я открою и посмотрим, как она выглядит. Эх, не показала вам волшебство. Сейчас вакуумный пакет вскрыла. И она прямо вот так надулась. Смотрите, какая подушка. Арт-постель. Сумочка какая классная. Ой, аккуратненькая. Сейчас я ее открою, посмотрю, как она выглядит. Ну, смотрите, сразу пузатая какая стала. А то просто вот была как простынка. Упакована. Ну-ка. Ой, ой, как, Оля, смотри, какая красавица. Смотрите, какая подушка. Вау, хорошенькая какая. Я даже не ожидала, супер, что она такая, вот, рисунок у нее такой. Угу. Как представляешь, пух. Как пух. Вот смотри, какая она пушистая. И смотри, какая она плоская в вакуумной упаковке. Ага. Давай вот, а вот так же открой, покажем, как она раскрывается. Просто вот так лентой ножи обрежь. Вот так вот. Вот тоненькой ленточкой обрежь. Ага. Так. Смотрите, как надувается. Смотрите. Дышит. Оп, и надулась. Вытаскиваем. Сумочка. Можно планшет носить.
лучше. Ноутбук, сумочка для ноутбука. Ой, какая красивая, да? Красоте. Все, подушка у меня теперь. Ну, и она на замочке, по-моему. Да. Можно убирать там, если сильно много. Давай наполнитель посмотрим, какой внутри. А, тут она еще в одном мешке. Угу. Ну, такие как шарики. Ну, стирать, наверное, можно. Да, да. Вот эту снял, постирал, угу. Все. Ну, очень красивая. Прям очень. Ну, чехлы прямо вот качественные. Единственное, что я или те хотела, а они взяли и те прислали. Видимо, появились, и они мне положили. Ну, это же чудесно. И вот такие с завиточками, ракушечками. Сейчас я... Ой, с одной стороны он бежевый, с другой стороны беленький. Сейчас и тот надену на стулья. Посмотрим. Смотрите, девочки. Вот так привязала. Можно бежевой стороной вверх, можно беленькой. Такие двухсторонние накидочки. Ну-ка. Ну, они, в принципе, мои стулья и так. Он качается. Это потому, что чопики я не проклеила. Хотя приезжал мастер, который собирал мне мебель, шкафы и все. Он сказал, мне не надо. Я ему сказала, вот клей, если надо. Он говорит, нет, мы без клея собираем, мне не надо. Вот так. Ну, в общем, мои стульчики теперь защищены. Давайте еще вот эти полосатенькие попробуем. Ну, я довольна. Смотрите, как на бантике завязывается. Красивенько, аккуратненько. А вот так выглядит второй стульчик. Вторая накидочка на стул, подушечка. Все быстро завязывается. Ну, это уже от рук зависит. И быстро садится. Ну, классно. Да. Эти побольше даже, да? И они такие тугие, прям высокие, толстые подушки. Там поролон внутри. Ну, вот, пожалуйста. Красота. Ну, я довольна. Спасибо, Тедикор. Прям уважили. И того, и другого, и столько много. И вот эти подушечки, что-то недорогие, совсем вот дешевые подушки. Не надо ничего шить, все готово. Да, прелесть, прелесть, такой нейтральный цвет под любую кухонку. Вообще супер. У меня холодильник как раз вот серенький. Отлично. Смотрите, открываю покрывало. Оно с одной стороны вот такое узорчатое. Тут цветы диковинные, прямо вот как на моем диване, только цвет такой кофейно-бежевый. А обратная сторона вот такая клетчатая. Вот, видите, клеточка какая? О. И что вы думаете? Смотрю, что-то вываливается. А вываливаются наволочки. Наволочки 50 на 70. Слушай, в прошлый раз я где заказывала подобное покрывало, не помню. Там наволочек не было. И вот я маме себе заказывала. Мама забрала просто покрывало. Наволочек не было. А здесь с наволочками. Вот это да. Слушай, ну давай, Оль, застелим. Давай. Сейчас. Вот так мы наряжаем подушечки. Смотрите, как шикарно покрывало из поплина. Выглядит на кроватке на моей. И смотри, Оля, ты посмотри, обои-то у меня такие же. Да. Ты посмотри, даже точечки вот эти вот. Вот такие. Угу. Вон завитки вот эти вот, все такое же. Вот это я опять угадала. Я всегда угадываю. Угадайка. Вот новые подушки. Еще бы были подушечки вот какие-нибудь. Хотя нет, наверное, правильно они сделали. Одна сторона такая, другая такая. Хочешь так поверни. А то все сольется вместе, да? А может, у них и такие тоже они шьют. Ну, наволочки интересные. Там внутри тоненький флизелин. Вот. И там флизелин и как синтепончик. Я не знаю, что это такое. Прямо они толстенькие какие-то, да? Угу. Наволочки. Ну, это как и защита от всякой пыли, от копоти. Ну, да.
У меня чтобы тут... подушки не морались. Да, они у меня же... тут пыли, копоти, всего на свете. Да не говори, вечно дым коромыслом. Ой, как красиво! Ой, как красиво! Давай, Оля, падай. Красиво, очень красиво. Ну вот, спасибо. Опять у меня новье. Ковриков не хватает мне. Ковриков, лампы не хватает, полочки для роутера. Еще много чего не хватает мне. Так, что еще вам, девчонки, показать? Давайте наволочки покажу. Простынка на резинке. Вот такая. А наволочку я вам покажу. А наволочка выглядит вот так. Я подобные покупала. Смотрите, какой тут у них запас. Все-таки мне больше нравится вот с запасом. Вот эти за... Как она вот называется? С кармашком вот с этим, чем с молнией. Не знаю почему, но вот мне нравится так больше. Какие классные наволочки. Простенькие. И под любое постельное белье подойдут. Вот это сейчас посмотрю еще. Я вот вместе заказывала, чтобы подходили они. Сейчас посмотрим. Смотрите, вот такая, как книжка. Упаковка на липучках. Даже тут все продумано. Ну-ка, как открывается. Смотрите, это подвяльник, наверное. А это простынка. Ой, все липкое какое. Сейчас давай, я буду. Ага. What? Слушай, ну, ой. Надо это выбрасывать сразу. Прям залепили их конкретно. Ой, цвет красивый. Какао. Цвет какао. Вот, у меня сейчас все в таком цвете. Постельного очень много именно в таком цвете. Это выбрасывать. Ой, красиво, да? Давай вот разворачивай. Упаковки столько, что с дворником придется делиться тебе. Ой, как красиво. Давай, Оля, развернись всем. Так, это, я так понимаю, пододеяльник. Он двухсторонний. Вот, смотрите. С одной стороны он вот такой, как простынка. А с другой стороны он в розах. А это наволочки. Они тоже двойные. Вот. Вот такие наволочки огромные. Ну вот, смотрите. Все подходит идеально. Только вот это не подходит. Но у меня есть комплект постельного белья. К чему подойдет. То есть я тут вот цветом не угадала, он бежевый, а здесь он прямо какао, такой розоватый. Но мне и не надо. Опять все удачно. Такого у меня полно постельного, поэтому я знаю, к чему применить. Какао-розы. Розово-коричневый цвет какой-то. Ну, цвет какао с молоком. Такой розоватый. Ну, скажите, классное. Я очень-очень рада. Очень рада. Так. И этому я очень рада. Я вообще всему рада. Так, ну давайте смотреть. Оля, давай смотреть. У меня здесь там приправки. Прямо вот хочется вообще водой развести, на хлеб намазать и все. И ничего не надо. Наверное, пахнет. Красота, да? Какая, да? Да. Набор для плова. Перец чили. Смотри тут, насколько хватит. Оля, приходи с баночками в следующий раз. Будем отсыпать. Хорошо. Ага. Набор для мяса. Набор для шашлыка. Я уже хочу плов готовить. Набор для первых блюд. Смотри, разные-разные наборы. Набор для рыбы. Какая прелесть. Все. Нет, я сейчас кулечков наделаю. Оля, кулечков наделай. Сейчас да, будем делиться. Хочу палочки-то ждать. Да, давай кулечки. Так, это у нас манго. Лиза просила манго. Очень. Вот я для нее заказала манго. Это орехи пекан. Они похожи на
грецкие. Ну, практически то же самое, но они такие вкусные. Но они подороже, конечно. Так, это кедровые орехи. А, нет, вру. Покрущу. Это соя. Да, там еще есть кедровые орешки, но я их не заказала. А вот эта груша, она мне так понравилась. Я в прошлый раз заказывала очень к чаю. Прямо вот лучше не придумаешь. Сладкая такая, хрустящая. Я повторила, заказала еще. А это фасолька красная. Это что у нас? Это белая фасоль. Это чечевица. Оль, ты представляешь? Красивая такая. Да, красивая. Оранжевая. Угу. А это дыня, косичка. Угу. А вот это они отправили мармелад в шоколаде. Вот такие мармеладные дольки лимонные. Чаю тоже. Вот такой мармелад и вот такой мармелад. Так, в коробочках упаковано. Да, все прям как ручная работа. Да? Супер, да. Да. Ну вот мармеладки, Оля, тоже возьмешь, поделюсь с тобой. Спасибо огромное, Teddy Cord. Спасибо. Я ссылочку на магазин оставлю. Сейчас вскипятим чай, заварим и будем с Олей наслаждаться чаепитием с вкусняшками. А вам спасибо за просмотр. Дорогие мои зрители, пока-пока. До встречи в следующем видео.